Конечно, да. Опа. Я, короче, лутал, а потом прибежали какие-то чуваки. О, тут еще и я. Типа, мы то ли Куда мы поедем, здесь отправляются, куда подбывается. Еще раз я зажигалка, короче, бесконечно, якую буду в пещерах подсвечивать. Ну, ночью прям в пещеры, короче. Там надо построить маленькое убежище, поставить сушилку для мяса, водосборник, костер, и можно жить, да. Конечно, а потом я не знаю, что дальше. Я иду в миссии какие-то там, что там делать надо будет. Коля, я походу можно повтор. Ты можешь лутать те сундуки, Да, что да, я повторно. да, да, да. Тележку надо Тут, слушай, поставить яхта, сюда. он яхта стоит. Ладно, туда тоже сплаваем, там я был. Ну все, давай, тут у нас в сундуке, подходи домой, два уже скрылся, все, два. Давай, рубаю. И все, еще один. Есть такие. Что тут еще? Кресло. Опа, обидно нашел тут птичку. Птичку тебе, конечно, топором зарубал. Буду нам что поесть. Мы будем голодать вечером. Так, подожди, а тут у меня есть какая-то еда, походу. Давай, А, давай, нет. коты Марти. Коты Марти, ще сундуки. Підходь, я нашел кучу сундуків. Давай до мене. Ага. І акули Давай. Марті тут. Давай, А лут. їх можна на м'ясо свіжувати? А ти підробив там? Да, слушай. Хорош. Ну, На м'ясо, якщо. думаю, можна буде їх свіжувати, але воно може витухло, не знаю. Ну, что-то оно. Все під... Слушай, я забрал, смотри. Смотри сюда. Алло. Ну да, знаю, можна чучело зробити, наверное, якось. Все, лутай кейси. Я тут кучу кейсів скрив. О, патроны нашел даже. Не, можно драться. Да, тут когось похоронили. Яхту, все, нашли фотку яхти, і все, повертаєшся, і там яхта, диви, да? Круто. Пиздець. Так що, на яхту треба Де тут? плыть? Да, плить надо, заодно помиємося, там в крові, короче, це погано для здоров'я, надо помитися. Лежа чистенький. Тут краще дивитися тільки ще відос там, якщо ти хочеш короля вбити, то його треба дати бойним оружием, так ти його не вб'єш палим ближнім бойним, даже в курсі. І оленя лучше копьё кидати. Пішло тут розслідування, так? Диви, а на столі що, диви, голова туземця якогось. Бачиш, викупаєш, вечеряли тут таким том. Бачиш? Ага. О, лут, все, тут лут, все лежить. Дивись, тут Тут он. закрыто. Диви фотки, яка ти бачиш, ти чекай фотки, які вони піднімають, дивись. Ну я вижу. Окей. Тут можна сохранитися, ось, сохранитися можна тут на кроваті, походу, я сохранився. Ти мене зажав, якщо що. Жду туди. Сохранился. Сейчас.
раз есть. Все. А что тут закрыто? Надо якось открыть эти двери, что это? Что это? Тут надо карточка какая-то. А где же ее взять, чтобы хоть карточку надо? Может, где-то тут на яхте надо? Тут порыскать. Есть, есть, есть еще такой вариант. Есть веревку нашел, тут веревку нашел. Подходит сюда, тут веревка сверху на ці, на корме лежать, а-а-а, на носу. Карточка, карточка, дашь тебе карточку. Вот порубайся с топором надо. Тут журнал какой-то есть. Да, да. Ну, то там... Ось я думаю, монеты якісь лежать. Зачем монеты, не знаю, да я их подниму. Да, их подниму, все, я тоже. Ну все, не знаю, как здесь замок открыть. Пишу я сюда, то скоро ночь будет, надо построить укрытие, то туземцы придут. Будут атаковать нас. А что там мясо за кули якесь вышло, яке воно там тупо, чи ні, що ти скажеш? Только голову получилось отрубать, и руки ну, можно носить, чучело было. Понятно. Ой, тут черепаха, смотри. Может, потом вернемся колись, найдем, может, две черепахи. То их можно убить и освежевать. О, все, они же в натуре, давай, прибираем. Схавать их можно? Конечно. Это наша вечеря будет. Птичка и две черепахи. Блин, не можешь попасть? А ну давай с поранились. Он рубай. Не меня пикает. Ну меня, наверное, не, наверное, не ударил. Что за фляжка, не пойму, что происходит? Что ей не коцает? Что происходит? О! Работаем. Есть. И это надо забирать. То. Ну головы-то не. Как там, G? G, все, голова не надо, а это? Ну я на пару раз ей надо ударить. О, просто. Чайка. Чайку глуши. На сніданок будемо вже. Послідаємо. Ось візьми собі цей броню черепахи. Я вже взяв просто ось воно. А, улетіло. Да я. А, не попав. Зараз я цю чайку приговорю. Єсть тупа чайка. Мясо випало, ні, випало мясо, я забрав. Будем їсти. Я вже щось єлі ходжу, ходу перегрузно, а десь тут убіжище строїть, недалечко. Казали, там де багато ресурсів, ресурсів хватає, щоб по дереву було недалеко ходить. Яхта у нас під боком, нормально. Троїмося десь тут. І все, б. І що тут, доміки. Надо ось домік на дереві, де там. Що, як його гарпач? Фуд. А, все, я помню. Не. А там есть домик на дереве? Походу нету. Та есть, короче, видок, дивись. Вот домик можно вот тут, вот тут сделать. Смотри, ставить домик. Алло. Да, да. Да, иду. Ух ты, а тут высокий такой мор. А лестницы можно тут делать? Ну здоровый не стал. Здоровый не стал, потому что мы его 3 дня будем строить. Нам надо ну, вот. Маленький пока построить. Ладно, сейчас, сейчас. Ну а так и пойдет. Сколько там? 82 бревна, надо по воску. Сразу. Ну все, домик на дереве, я нашел. Да, ну давай. Я не знаю, как это поставить. Так, а дай я гляну. Где ты его нашел? Подивись, если в булдинг, кастом булдинг, и там можешь построить все, что твои души угодно. Шукаю, короче, сани. Надо сани. А где ты этот билдинг нашел? Shelters, fire, base. Не таке, воно бирюзового кольору на левій стороні пешки там. А, нашел, custom building. А, и тут много страничек. Custom 2, 3, 4, 3 платформ.
Ну блин, так Костер тут нам его надо устроить, короче. проектировать, короче. Тут его надо проектировать. Короче, строю всю эту топу, конечно, всю сушилку для мяса.